Два меча выстоишь против 40? Да. Приехали в деревню Бадань, а это страх. И кровавый барон Херши. Он набрал палец. Я слыхал, там гад какой-то. Не полезу в эти дыры, хоть бы мне и приплатили. Никель не дурак. Может, выгоду какую разнюхал? Гад тамошний монетами не питается. Мужичка бутагами засечет. А тут у тебя как творог белый. Сюда. Я бы творогу поел. Ой, ой.